Солнечные дни нас радовали недолго уже. Этой ночью в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. В республике пойдет снег, местами сильный. Днем на юго-востоке, в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и Нурлате возможны дожди. А в Казани мокрый снег. Воздух прогреется до 2 градусов. Подробный прогноз погоды смотрите сразу после окончания нашего выпуска.